Говори. Говори. А, уже ты снимаешь? Да, конечно. Вот это открытка персональная, вот Али поздравление. Так, Алла хотела много, и дал сколько много. А как офигеть, да ведь это ода. Это ода. Правда, это ребенок мне так покрупнее распечатал, чтобы я уже, это я же слепая, короче. Алла нынче балом правит. Мы пришли ее поздравить. Наша Алла водолей. В голове куча идей. Алла шьет и Алла вяжет. Хочешь, что вам покажет? Может, попу покажет. Ну, короче, не важно. Для коллег Алла находка. Пьет в застолье мало водки. Она праздник для друзей. Она любит всех гостей. Любит музыку, движуху. Любит наряжаться в муху. А кто скажет муха-шлюха, тот получит с ноги в ухо. Ноги длинные у Аллы, вам покажется немало. А кто скажет, Алла бабка, ща получит он по шапке. Алла девочка у нас, грудь у Аллы просто класс. Мини-юбки Алла носит, мужикам всем носк выносит. Несмотря на весь расклад, Алла наша просто клад. Не подкатишь к ней телегу. Верна вещему Олегу. Есть у Аллы бизнес свой. Принцип у него простой. Чтоб полны были карманы, нужно продавать диваны. Гуля, молодец. А Талга ей не конкурент. Он ее корреспондент. Любит Аллу он заснять, чтоб в YouTube ее послать. Хочет он, чтобы наша Алла была звездой телеканала. Вот поздравление. Талгат, Гуля, Алла, Аня. Теперь. Спасибо! Подождите, это еще не все. Короче, вот есть это, видели на НТВ Севкаст-ТВ с Жориком Вартаном. Есть еще на НТВ программа «Секс с Анфисой Чеховой». А я хочу, чтобы у Аллы была своя программа. Не про это, а то, про то. Нифига себе. Алла и Замко. Обалдеть. Короче, программа про то с Аллой Замко. Супер. Супер. Это Гуля, вот спасибо, тебе, дорогая. Это вот тебе такой подарок. Ну, кого повезли. Нифига себе. Талгат, да? Талгат, давай. Засвечивай. Раз, два. Алло. Это у тебя еще, когда я вот так... А меня заснять? Еще не было этого. В интернете тех не было. Это видео? Еще в интернете тех не было фотографий. Ближе. Ну я это видео снимаю. Так, смотри. Ну еще же не конец, подожди. Давай. Снимай. А, снежинку еще дарим. Еще снежинку дарим. Куда пускай, и вот от нашей честной компании... А эту подставку по снежинку тоже дарила? Да. И вот от нашей честной компании, Алла, я не стала заморачиваться. Решила... Короче, у нас Талгат был кассир. Я была тем человеком, который приобретает этот... Аня тоже участие принимала. Там тебе мои сладкие. Вот. Что ты заморачиваешься? Я свой вкус уже взяла, потому все, что хорошо. Не с кем было. А мы, Гуля, доверяем. Когда у нас есть вкус, это всегда, когда это лучше. Там были маленькие совсем, я думаю, что маленькие. Так что мы переливаем? С этими можно и венца. С этими и венца можно попить. Ой, супер. Все, Алла, ты довольна. Ой, как красиво. Я вас так люблю. От нашей компании тебе вот подарок. Как блестит. Спасибо. Как, короче. Ты не убрасывай на всякий случай. Как, Алла, ты заказывала? Так, подожди, Алла. Все, как ты заказывала. Ой, спасибо, родные мои. Ну-ка, дай. Так. Ой. Не знаю я. Так, Алла, правильно. Все, держи, да. Руки разведи. Стихи самое главное, опа. Покажи, сколько много стихов у меня. Листы по этому. Это Гуля звезда у нас. Отпечаталась. Да, поэтесса. Как заказывала. Молодец, поэма вышла на славу. Я говорю, хвали меня, так она нахватила. Я знаю, без критики даже без никого. Я он мне говорит. Ну, знаете, самое смешное? Короче, мне это распечатал старший сын на этом компьютере. А младший рядом сидит. Ух ты! Ух ты! Что сказала? Ничего себе!
Не, ну там слова такие, знаешь, шлюха, блюха, он такой, ух ты, ах ты, там про грудь, он такой, ничего себе. А самое смешное, потом, короче, я все, уже мы напечатали, такая пауза, он мне говорит, мама, а ты что диваны не продаешь? Раз там полны карманы, а ты что диваны не продаешь? Я говорю,